Сегодня мы приготовим сок манго, груша, яблоко с помощью соковыжималки Vitec VT1608. Нам потребуется одно манго, одна груша и одно яблоко. Фрукты нужно промыть, яблоко разрезать на 4 части и удалить сердцевину. У груши отрезать хвостик и разрезать на 4 части. Манго, не очищая, разрезать. Мякоть порезать на прямоугольники, не надрезая шкурку. Затем эти прямоугольники срезать со шкурки. Собрать соковыжималку согласно инструкции. Установить контейнер для сока. Включить первую скорость, помещать загрузочное горлышко дольки груш и яблок. Затем выложить на лоток для продуктов кусочки манго и проталкивать загрузочное горлышко толкателем. Полученный сок налить в бокал. Сок манго, груша, яблоко готов. Приятного аппетита! Vitec. Здоровый взгляд на технику.